Всем привет, меня зовут Диана Пожарская, и сегодня я расскажу вам, что я ношу в своей сумке. Это маска, это очень актуально сейчас. Uniqlo выпустили такие классные маски, в которых легко дышать, очень удобно. Антисептик, это нужно иметь в сумке сейчас. Паспорт с разными важными штучками внутри, как у всех. С моей любимой обложкой, девочка с персиками. Приобрела в Третьяковке давным-давно. Очень радует меня до сих пор. Кошелек, визитница скорее. Тоже очень удобная, вместительная. Я там храню не только визитки, но и деньги. А мой любимый крем для рук. Очень вкусно пахнет. Расческа. Такая, трансформер с зеркальцем. Всегда со мной. Любимый бальзам для губ. Я попробовала, наверное, многие варианты, как и все девочки. Вот это номер один. Я очень люблю. Помада. Она тоже как бальзам. Roche Coco Flash от Chanel. Она легко наносится. Я уже где-то это рассказывала в каком-то видео об уходе. Заколочка удобная. Можно сделать как-нибудь вот так, когда тебя мешают волосы. Ключи от машины. Пилочка для ногтей. Мне кажется, она должна быть в каждой сумочке. Она очень выручает. Воск для кутикулы. Кожа сохнет, тем более сейчас вот осень, зима. Рекомендую. Этот мешочек предназначен для таких очень личных вещей. Но я не могу показать все, что там есть. Это монетка с Елизаветой II. Мне подарил ее брат, когда я решила стать актрисой и поступать в театральное. Дима, если ты смотришь сейчас это, знай. Моя монета всегда со мной. Ну и какие-то еще личные штучки. Это SPF, тоже маленький крем, пробник. Очень важно беречь кожу от солнца, так рекомендует мой косметолог. И это тоже всегда со мной. Ключи от дома, эфирное масло жасмина. Мой друг увлекается всякими маслами и сказал, если будешь волноваться или нервничать, нюхай мое эфирное масло. Я нюхаю. Андрей, спасибо тебе. Классический вариант – проводные наушники, потому что с беспроводными я не подружилась. Пробовала, искренне пыталась. Все говорят, это модно, удобно. Не для меня. Слушаю разные подкасты, я сейчас увлекаюсь вот живописью. Моя подруга, которая в этом мастер, профи, она художница, скинула мне какие-то полезные подкасты, в общем, я слушаю. Книга, которую я сейчас читаю, это подарок близкого человека. Я думаю, в ближайшие пару дней я ее прочту. Очень нравится. Это тонкое искусство пофигизма, это реально тонкое искусство, и очень грамотно там все Марк Мэнсон объясняет. Пойду умою лицо, нанесу крем, распутаю наушники. В общем, буду собирать свою сумочку обратно. Всем хорошего дня. Кофе. Без. На машине. Интроверт. Кроссовки. Джаз. А, Новая Зеландия. Никто.